Время оно. Воскрес Иисус от мертвых и стал посреди ученик своих и глагола им: «Мир вам!» Убоявшись же и пристрашный бывший мняху дух видящий, и речи им, что смущение есть, и почту помышления входят в сердца ваши. Видите руцы мои и нозе мои, яко сам аз есть, осяжите мя, и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите имуща, все рек показай им руцы и нозе, еще же неверующим им от радости и чудящимся, и речи им имать, или что снед на сде, они же даши ему рыбы печены часть, и от челсот, и всем пред ними яден, и рече же им, сия суть словеса, я же глаголов к вам, еще сы с вами, яко подобает скончатися всем написанным в законе Моисеева и пророцах, и псалмех о мне, тогда отверзи им ум разуметь и писание, и рече им, яко так написано есть, и так подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедайтеся во имя Его покаяния и отпущения грехов во всех языцах, начинши от Иерусалима. Вы же есть свидетели сим, и сия спасли обетование Отца Моего на вы. Вы же сидите во граде Иерусалим, седонде же, облечитесь за силою свыше. Изведь же их вон до Вифании, и воздвиг руцы свои, благослови их и бысть. Егда благословляши их, отступи от них и возношашися на небо, идти и поклонишися ему и возвратишися в Иерусалим с радостью великою и бяхувыну в церкви, хваляще и благословяще Бога. Аминь.